Не позднее 3 апреля налоговые агенты, организации и индивидуальные предприниматели должны подать в налоговые органы сведения об отдельных доходах, выплаченных физическим лицам в 2022 году. В налоговый орган следует сообщить: первое, о доходах, выплаченных на территории Беларуси гражданам иностранных государств и лицам без гражданства, а также о доходах, выплаченных физическим лицам в виде возврата страховых взносов при досрочном расторжении договоров добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии, заключавшихся сроком на 3 и более года, в виде возврата взносов при прекращении строительства квартир или индивидуальных жилых домов, либо в случае удешевления строительства, возврата излишне уплаченных взносов, а также при их выбытии из членов организации застройщиков до завершения строительства, в виде возврата денежных средств, внесенных в оплату цены одноквартирного жилого дома или квартиры в случаях досрочного расторжения договора купли-продажи, отказа от его исполнения, за приобретаемую продукцию растениеводства, если размер выплачиваемого дохода превысил 2965 рублей в день, о предоставлении физическим лицам стандартных налоговых вычетов не по месту основной работы. Все сведения подаются в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента. Информация предоставляется в электронном виде или на портал Министерства по налогам и сборам. В случае выявления неполноты или недостоверности предоставленных сведений в течение 30 календарных дней с момента их выявления налоговый агент должен уточнить их. Для формирования указанной информации на сайте Министерства по налогам и сборам размещено программное обеспечение.